наше время есть много средств массовой информации, но, пожалуй, ни одно из них не расширяет наше воображение так, как это делает радио. Ведь недаром говорят, что радио – это улей, в котором жужжит целый мир. Вы сможете услышать только интересные передачи, хорошую музыку и позитивные новости без назойливой рекламы и пустой болтовни, только если включите Shark Radio. И сегодня у Odessa Fashion Channel появилась возможность приоткрыть занавес и визуализировать все то, что происходит в стенах театра воображения. Онлайн-радиостанция Shark – это в первую очередь качественный авторский контент и музыкальное наполнение. И все это благодаря собранной команде профессионалов. Ведущие не просто выполняют свою работу, а подходят ко всему с творческой стороны. Прямые эфиры, утренние шоу, новости, трансляции на Facebook и YouTube, передачи о моде, музыке и кино – в общем, все это слушать интересно, да и полезно. Радио Shark – это свобода самовыражения, идеальный формат для тех, кто устал от всех стандартов, которые десятки лет не меняется в FM-вещании. А в скором времени создатели радиостанции обещают нас порадовать приложением для мобильных телефонов. И теперь не надо будет тратить время в интернете, переключаться, искать и ждать, пока откроется нужная страница. Здравствуйте, Александр, скажите, почему вы решили назваться Shark Radio? Мы решили называться Shark Radio, потому что мы официальные партнеры Shark Taxi. Shark Taxi Украина. Мы работаем уже в 5 городах Украины, еще в 5 будет открываться. И мы решили сделать такую фишку, как первая радиостанция у такси в Украине. А я слышала, что вы планируете запускать какие-то акустические концерты. Можно что-то узнать? Да, мы будем делать лайвы. Лайвы будут проходить официально от нашей радиостанции, от Shark Radio. Они будут проходить здесь, в помещении Four City, где мы находимся на втором этаже. Это будут акустические концерты разных групп. Они будут проходить абсолютно бесплатно. Потом, если, конечно, мы сможем с этого зарабатывать, мы возьмем деньги с некоторых людей. И это будут акустические концерты, будут выступать артисты, как местные, так и приезжие группы. А какова цель этого всего? Чтобы люди знакомились с музыкой, чтобы люди слушали музыку и получали удовольствие. Очень много онлайн-радиостанций открывается в нашем городе, да и по всей Украине. Чем вы отличаетесь? Мы отличаемся. Во-первых, мы первая радиостанция, которая имеет свое такси, или такси, которое имеет свою первую радиостанцию. То есть можно тут как угодно играться, но в любом случае мы первые. Отличаемся тем, что мы находимся в ресторане Four City. Мне кажется, ни одна радиостанция не может этим похвастаться, а мы все-таки можем похвастаться, тем более, что это социальный проект, и мы себе зовем в гости людей, которым не безразлично город Одесса. То есть это больше как социальные проекты и направленность на то, чтобы объединять небезразличных людей. В чем ваша изюминка? Почему именно одесситы должны вас слушать? Нас не обязательно должны слушать одесситы. Нас можно слушать по всему миру, где есть интернет. Почему слушать именно нас? Потому что мы, мне кажется, передадим ту изюминку Одессы, которая есть в Одессе, и расскажем всему миру, как у нас хорошо, для того, чтобы все, кто еще не был в Одессе или те, кто побывал, вернулись к нам в город и побывали в нем снова, потому что здесь классно, здесь весело. Как сегодня нам сделали большой комплимент, большой человек сделал комплимент, сказал, что столько позитивных и столько классных людей, как в городе Одесса, он не видел нигде, а хотя человек побывал во многих странах, во многих городах. Расскажите, какие у вас планы? Хороший вопрос. Планы у нас грандиозные. Вот уже мы работаем 2 недели, и за эти 2 недели нашу студию посетило уже много замечательных гостей. Радио Shark – это радио, которое делает авторские программы, интересный контент. У нас звучит новая интересная музыка. Не обязательно это что-то, что вы можете услышать на FM-радиостанциях, потому что мы, в принципе, уходим от всего того, что надоело людям в FM-формате. Гостей мы приглашаем самых разных. Это люди, которых вы можете услышать, увидеть на афишах, когда вы там едете по городу, и не только. Вот я бы сравнила радио Shark с таким виниловым магазином. То есть люди знают, что есть музыка, она есть, допустим, условно, ВКонтактике и где-то еще, ее можно скачать, но на самом деле есть гораздо больше музыки, которую можно вот
прийти в магазин, да, условно говоря, и ты смотришь, думаешь, блин, а сколько же всего еще классного есть. Вот так же и с Радио Шарк. У нас очень много интересных гостей, которых, может быть, еще не все знают, ну, кроме тех, кого все знают. Интересные люди города, интересные люди нашей страны, и не только. Все они с нами, и мы будем работать в этом направлении. Но вы можете назвать пару человек, именно известных личностей, которые уже побывали в вашей студии? Буквально сегодня вы могли стать свидетелями. К нам пришел первый долларовый мультимиллионер постсоветского пространства. Это Владимир Довгань. У нас были в гостях музыканты как одесские, так и украинские. У нас будет группа «Тартак». Совсем скоро у нас будет певица Дакука. Я надеюсь, что летом у нас будет группа «Мумитроль» и много кого еще. Ну, в общем, планы грандиозные. Скажи, какие артисты уже готовы с вами сотрудничать и какие это будут лайвы? У меня есть список уже из как минимум 10 одесских групп, которые готовы с нами сотрудничать. Могу раскрыть первый секрет, это будет певица Джули Ноза. Она сейчас отправилась во всеукраинский тур и вот обещалась закончить и сразу к нам, и на лайвы, и в программу «Артмания». В чем будет особенность этих лайвов? Это такая интересная кооперация пространства «Four City» и Радио Шарк. То есть это будут онлайн-концерты, которые может посетить каждый абсолютно бесплатно и получить удовольствие от часового, может быть, и более длинного лайва. А какие у вас есть программы еще? У нас утреннее шоу, которое мы ведем с Владом. К нам приходят гости, мы ставим музыку, мы шутим, мы смеемся, когда смешно, мы плачем, когда грустно. Мы обсуждаем все события, которые происходят в мире, мы ставим новые треки. К нам приходят звезды тоже в гости. Вот, допустим, Андрей Алферов у нас был главный кинокритик страны. У нас будет скоро Митя Фомин с эксклюзивным интервью. У нас большие планы, у нас будет Элтон Джон, Мадонна, Надежда Кадышева. Друзья, слушайте нас. У нас есть «Артмания» с Юлией Савицкой. Туда приходят тоже люди, группы. Они поют, играют, веселятся, ходят по трапеции. Это нереально. У нас есть новости спорта с Игорем Шафигуллиным. У нас вот Влад. Да, это я тоже. Кстати, у нас... А кино у нас будет программа, а путешествия. В общем, много программ, которые сейчас еще находятся в разработке. «Кубическое счастье в кубе». Уже есть. Виктория Фальковская. У нас вот есть Аленка. Замечательная. Она делает звук вам, друзья. Если вы слышите песню, это Алена нажала на кнопку. На правильную кнопку. Слышите? Да, меня и Влада, это Алена нажала. Выключили, когда не смешно? Алена опять. Так что... Да, планов на будущее очень много. Всех раскрывать не будем. Но скажем одно, что совсем скоро появится приложение, которое можно будет скачать на Android и на iPhone. Яблоко. На яблочко, да. Можно будет слушать онлайн. Ну, а для тех, кто... Старовер, как мы их называем, заходите на наш сайт radio-shark.fm. Да, и следите за нашими новостями, следите за нашим эфиром. Очень много всего интересного. Не пропустите, а слушайте и смотрите. В мире существует одно средство массовой информации, слушая которое, еще никто не испортил свое зрение. И это Шарк Радио. Одесса Фэшн Ченнел и Ольга Олимпия рекомендуют. Выбирайте только лучшее.